Смотри, у меня шпага. Понятно. Ой, бабка! Бабка, 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 бабка! Бабка! Бабка, бабка! Изыди! Изыди, бабка! Изыди, хватит на ту ковыряться! Ура, так. Мы снова здесь! Да-да. Я все время думал, что это вы входную дверь открываете, а она сама открывается. Я вообще ничего не думал. Тут шпага есть или что это такое? Это два разных датчика, что-то. А, это просто МПшка. Смотри, у меня шпага. О, блять, это МП. Блять, я был кого-нибудь зажег, ничего. Простите. Зажег. Молодец. Можем перезайти. Смотри, у меня шпага. Так, ладно, куча соли. Я вот соль возьму. И кучу. 2 ЕМП, смотри, как красиво. Все возьму, а вы что думаете? Вот фонарь, не знаю, чей возьму. То, что вы... Так, и значит... Короче, опять все складывается к тому, что надо бегать по шкафам. Рыться. Ага. А, о, ноет. Ноет, красно все горит. Ноет. Красно все горит. А, у меня нет, ну у меня ноет баба. Баба, не плачь, пожалуйста. Баба, там закрыто, баба ноет в закрытой двери. Че, так думаешь? А, не знаю. Да нет, не может быть. А какого хера баба ныла в закрытой двери? Я не знаю, чем он ноет вообще. Ноющая баба, значит, да? Да, там прям красный свет такой. И ноет. А прикинь, заходишь, а так сразу. Ну да. И себе пиздайте сразу, все у тебя полетало. А что мне там, может тебе? О, МП-5 нашел. Поняли? Ура! Так, Джей. МП-5. Единственный мир, человек МП-5. Да. Ладно. Но, честно говоря, я и выход найти не могу. О, шар для боулинга. Может, наоборот, боулинг для шара? О, права. Вот это хорошо. Так, тап нажимаю. Какое его фамилию и отчество можешь узнать? А, значит, ему 34 лет. Неразборчиво написано имя и фамилия. Предположительно звали призрака при жизни. Похоже, его звали Кристофер Уильямс. Кристофер Уильямс. Видно был кроссавчик. Вау. Вау. Кристофер Робин был. И. Я тикаю. Или это атака? А, вы не боитесь? Я тоже не боюсь. Какая твоя любимая... Где твоя комната? Мы нашли. Кто твоя любимая? Любимая тоже в другом шкафу прячется. Ну, любимая, да, от него, да, думаю, прячется его любимая. Любимая не хочет быть съеденной. Где сраная? А какой-то сюжет? Вот в Фазме есть сюжет, а здесь есть сюжет? И какой в Фазме сюжет? А по сюжету мы отправляемся искать призрака в такой-то дом, а чтобы потом придать информацию изгонятелям-экзорцистам, которые будут сгонять. Да. О, он свет не включил. Ой, ты какой умничка. Он мне свет включил. Это не Мара. Да. Two hours later. А, это ты нашел радиопредохранитель? А ты как думал, она включила свет? Я думал, призрак включил. Ага. Призрак. Я полчаса еще, я третью катку подряд, еще это говно, блин, пока вы там херней не занимаетесь. Ага. Ладно. О! Ого. Пойдем. О! Крестик кино. Это неплохо. Я пошла изгонять. А ты знаешь, что это призрак или ты так пока просто? Нет. Не знаю. Просто для выполнения задачи сделала. Хорошо. Больше денег заработаем. Сейчас я поставлю N. Доказательство Кидзё. Во. Обряд Деро. Тань, пока можешь посмотреть обряд Деро, если хочешь. Чё изгонять. Посмотреть? А ты знаешь, как он делается, да? А как? А как тихо, спокойно, а как делать обряд? Он разрушает дом? Ни хрена себе. Кто? Дом треснутый. Дом треснут. Может, он был треснутый? Нет. Не-не, я перед входом все чинил, мэтра. Чинил? Да. Че, ёбнули, что ли в призраков сгонять или дом чинить собираетесь? Ну, надо думать. Ой! Че? Всё. В окно стучит. Так открой дверь.
Но мне постучало, я ничего. Когда в деревне боялся через собаку пройти... О, Ань, знаешь, что нашел? Че? А, блин, это датчик движения. Не, ничего. Ну, датчик движения надо перевесить однозначно сюда, на вход. Ну, я все оббежал по нескольку раз. У нас нету дымки, нету камеры. Огонек в камере. А, огонек в камере нам ничем бы не помог. А, ты видел следы эктоплазмы, да, мэтр, ты говорил? А, нет, я не говорил. Да. О, да, все есть, эктоплазма есть. Там сейчас видишь? Тебе принтскрин прислать? Ой. Где у нас... Я, по-моему, по умолчанию должен быть радио. Ребят, кто-то из вас тащил радио? А, вот он валяется, извините, я на вас гоню. Да. Нет. Мэтта, давай выпьем по просудку. А так я выпью лучше там все. Так что расслабься. Шерёри, вот было рейки. Антилка, у тебя 33%, выпей срочно. Ну, в принципе, это твое дело, я тебе не указываю. Ну да, поэтому срочно выпей, поди! У нас свободная страна, делал что хочешь пей, хочешь не пей. Да, но если не выпьешь, тебя посадят. Медре больше всех, он две что ли выпил или что? Ничего не знаю. Да, ты старый? О, мне ответил! Да, ух ты! Вот прям на входе слева. Так, значит... Недалеко от печати. Радиоприемник? Да. Ширё. Обряд анак. Обряд анак! Четыре свечки, одна кость. У нас только одна свечка и ноль костей. Че, опять не того-то? Подстава. Ты не туда смотришь, Андрей. Смотри. Ты сказал, четыре свечки, одна кость. Андрей, я пойди сюда. Иду. Сейчас тебя носом тебе сейчас ткнет, понимаешь? Раз, два, три. А все. Так, фонарик. Я возьму кость и... А где вы берете-то, ребят? В смысле? Где вы, в палатке? В палатку иди. А, меня слышите вообще или что? Меня игнорируете? Я живу? Я слышу. Ты просто тюшку отнесешь, я не слушаю. А, вот это? Я взял две... Такие свечки и такие свечки. То есть это бесплатно нам, да? То есть череп мы бесплатно нам утеряем. Есть свечи для ритуала, есть для этого самого. А, ну они бесплатно нам даются, да? Так, давайте. Так, печать вот отступление будем, да? Готовить? Чего? Нет, вот печать. Открыл. Вот печать, алло, две свечи ставлю. А как ставь? Нет, сюда не надо, не ставь, ты дурак. А куда? Да, мы в самом деле, ты будешь гонять. Его, давайте в подвал. Да, понятно. Хер найдешь, сука. Вы понимали, я тоже первый раз это буду сейчас делать вообще-то в игре. Я так на этом самом-то прикольно смотреть. О, а можно то... В темноте ходим, объясните мне. А потому что там выключен свет. Опять? Вы только что из подвала. Ну, потому что никто не включить мог. Ну ты там был. Давайте здесь тогда. Ребят, здесь шкаф. Народ. Мы все же сможем сюда влезть? Да, сможем. Забегаем. Что, так? Все нормально. Лампочку включил, летавые. Да конечно, включил. Ага, я тут электриком подрабатываю. Четыре ритуальные свечи, одна кость. О, вот это. Что, я принес тебе баллон? Потому что не гондон, давай, держи. А что, свечи выкидывай, да? Подожди, сейчас я нарисую печать. Я выбросил. Давай. Покажи свои художественные таланты. Ее будет атаковать, да? Я специально закрываю, чтобы призрак... А, куда пошел? Я посмотрю, куда будут съебываться. Так вот, здесь, смотри, шкаф. Мы же специально сюда и пришли, тут уже шкаф есть. За это? Для ритуала Нака требуется за это, да. За это, да. Охренеть. Я не знала. Вот, нарисовал. Ага. Так, теперь свечки надо поставить. А свечки горят уже. Есть уже. Он к нам пришел. Нету. Ну, в смысле, его дверь открыла, значит, он пришел.
Но здесь их 4, да? А, да. Так. А что две не поджигаются? Как призрака зовут? Потому что это не свечки, а заготовки для свечек. Вот еще две свечки. А. Ладно, я понял. Сколько требуется свечек, кстати? 4, по-моему, там. Взял? О. Если нажать на таб, то будет информация о свечке. Прикольно. Это не атака, не атака, не атака. А что это такое? Андрей исчез. Он просто к нам пришел, Мадрид, ты куда? Я думал, что я в шкафу. Че, я поставил свечку. Зажигайте. Кристофер Уильямс, давай. Мадрид, ты зажигаешь, кого зажигал? Давай я. Обана. Ань, давай. Говори. Давай. Сейчас. Я буду телом прикрывать, чтобы тебя не убило, если он придет. А я буду... Должна стоять в центре, вот. И говори. Да чтоб ты... Ты стоишь в центре, нет? Давай. Кристофер Уильямс. Так. Ого! Чё? Открылся портал, ребята. Нужно бежать и искать черную дырку. И... кричать в нее. Закройся, закройся, изыди, изыди. Закройся, закройся. Закройся, изыди, 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 изыди. Закройся, изыди. А, давай даже, закройся. Аня, по-моему, там писано на Е надо нажимать. А! Закройся, изыди, закройся, изыди, закройся, изыди. Нажмите Enter, Shop, Drops. Надо туда что-то кинуть, Ань. Ой, бабка! Бабка, 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 бабка! Бабка! Бабка, бабка! Закройте язык, закройте язык, закройте язык, бабка! Какая бабка? Бабка была, бабка! Ну... Закройся язык, Да я нашел портал, но написано, жмите на Е. Закройся! Закройся! Ай, написано, нажмите World of Shadows Drop the Tool. Скиньте туда книжку. Вот. Тогда нужно что-то... Не, ой, не книжка, а игрушку. Туда что-то откинуть. Ай, какой... Бабка, 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 бежит! Давай, ну не ори, тут так, не страшно. Тихо, 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 тихо! Стоит, вот стоит, это... Это я стою, Мэдра, иди в жопу. Как сам ты бабка? Нет! А! Ой, уйди ты нахера сюда вообще. Ой, бабка! О, бабка. Бабка исчезла. Да какой бабка? Нету бабки никакой. Была бабка! Изыди! Изыди, бабка! Изыди, хватит нас уковыряться! Ребят, ребят, что вы делаете? Вот портал, что вы делаете? А меня утащило. Меня убило. Ой, меня тоже убило! Ой, я, наверное, выйду из домика тогда. Я понял. Да блин, ну что, наверное, все, да? А если ты сбежишь, может быть, ты вас крестишь? Да, чёрт, нет, походу нет. Зато мы получили денег. Ага. 220 баксов. А мне зависло нахер всё. А, всё. Мои соболезнования. Всё. Кого соболезнования? Чё ты тут? А, бабло!